Военные силы России захватили здание Государственной областной администрации города Херсон. Об этом сообщила глава областной администрации Делла Лакута в своей странице на Facebook. Русские полностью захватили здание областной администрации города Херсона. Но несмотря на это, мы не отстаем от своей должности. Областной оперативный штаб, которым я управляю, продолжает свою деятельность. Мы ждем гуманитарную помощь, отметила Лакута.